Сегодня на форуме представлена вся линейка Клинцовского автокранового завода, крано-манипуляторных установок, которые были разработаны в рамках разных окров. Вот, и в настоящее время применяется в составе большого количества средств вооружения российской армии. Мы работаем с инженерными войсками, мы работаем с железнодорожными войсками, мы работаем с химическими войсками, мы работаем также и с 12-м управлением. Потому что, условно говоря, грузоподъемное оборудование, оно нужно везде для выполнения тех или иных задач. Это важно не только с точки зрения перемещения обычных грузов, в том числе перемещения саморазрядных опасных грузов, в том числе для заряжания, в том числе для восстановления, в том числе для ремонта. Поэтому практически все рода войск, которые связаны с техникой, которые связаны с перевозкой, транспортировкой, заряжанием боеприпасов, все используют, безусловно, грузоподъемную технику в виде кранов и либо в виде кранов автомобильных. Применений предела совершенства нет. На сегодняшний день представлено 5 кранов манипуляторов грузовых моментов от 2,5 до 32 тоннометров. Но это не значит, что это вся линейка, которая требуется на сегодняшний день для применения в Министерстве обороны. У нас 2 окра, где применены абсолютно новые типа крано-манипуляторных установок, потому что те реалии, которые нам показали специальная военная операция, говорят о том, что нужно модернизироваться, нужно совершенствоваться. Поэтому сейчас идут новые окры, где применяются, еще раз повторюсь, принципиально новые грузоподъемные средства. То, что касается, условно говоря, импортозамещения зарубежных образцов, то оно в рамках тех предприятий, которые имеются на сегодняшний день в Российской Федерации, я считаю, что мы практически полностью с малым и средним манипулятором импортозаместились. Работа ведется во всех направлениях, в том числе по применению металлов. На сегодняшний день мы применяем только отечественные металлы, производство Северстали, Магнитогорска и Липецкого комбината. В том числе идет применение отечественной компонентной базы, как электрической, электронной, так и гидравлической. В момент основания компании «Т-Транс» 2007 года компания перевезла уже более 5 миллионов тонн грузов. Из 5 миллионов тонн груза мы перевезли 25 тысяч тонн грузов военного назначения. Именно военного назначения, не двойного. Среди предприятий, с кем мы работаем на сегодняшний день из оборонно-промышленного комплекса, это корпорация «Ростех», «Алмаз-Антей», завод имени Свердлова, другие предприятия. Помимо этого, военно-ремонтный завод 10-19, также Сибийский олиумный завод, и, конечно же, Министерство обороны. На сегодняшний день компания «Т-Транс» обеспечивает логистическими услугами порядка 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы перевозим в месяц порядка 500 машин. Это, конечно же, изделия военного назначения. И помимо этого мы перевозим порядка 500-1000 контейнеров уже с гражданскими грузами по всей территории Российской Федерации. Все поставленные задачи Министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса будут выполнены. Программа компании «Т-Транс» по развитию будет четко соблюдена. Мы будем также продолжать закупать технику и разрабатывать новые маршруты перевозок. Враг будет разбит, победа будет за нами. Сегодня на выставке мы представляем Академию наук Татарстана. Здесь представлена вся линейка квадрокоптеров «Шершень». Это изделия, которые получили большое распространение в ходе специальной военной операции. Это в простонародье коптеры. Здесь представлены модели от 5 до 13. Все они предназначены как для сброса, так и работы в режиме камикадзе. Работаем по бронетехнике, по живой силе противника. Выполняем задачи, которые перед нами ставят. Новая эпоха, новые вызовы. Изделия получили большое распространение в ходе специальной военной операции из-за низкой стоимости и доступности для каждого бойца. Как раньше говорили, артиллерия боев войны, сейчас уже появляются более новые системы, системы доставки боеприпасов на голову противника с помощью вот такого класса квадрокоптеров мультироторного типа. Выполняем задачи, в принципе, пределов нету, несем 4 килограмма, там на расстоянии до 25 километров, поражаем различные абсолютно цели, как бронетехнику, так и живую силу. Здесь мы видим, допустим, вот учебный, у нас есть такой боеприпас, вес изделия где-то порядка 7 килограмм с батареями получается общий, летает он на 12 километров. 10-е пропеллеры установлены, шершень 10 здесь представлено. Самое большое по распространению, это шершень 8 летает уже на частотах, которые плохо подавляют рэп, и хорошо они взаимодействуют с рельефом местности, хорошая огибаемость у них.
и ну, низкая стоимость. То есть стоимость вот такого изделия там начинается от 30 тысяч рублей, в зависимости от комплектации, от того, какие требования к нему выдвигает пилот. Сейчас идет интеграция в армию этих изделий. Естественно, импортозамещение стоит остро, но пока есть дружественные страны, из которых эти компоненты можно привозить по более низкой цене, мы пользуемся ими. Ретрансляция сигнала, там антенны, рамы, пропеллеры, моторы уже начинаем ставить свои, потому что они по ценовому сегменту совпадают с компонентами из дружественных стран. В случае недоступности комплектующих из дружественных стран, да, там санкции, еще какие-то вопросы, может, с поставками, возможность перейти на компоненты из Российской Федерации, она есть. Немножко будет повыше цена, но я думаю, что с увеличением партии мы дойдем до конкурентной способности с компонентами из дружественных стран. На рынке сейчас много аналогов подобной техники. Люди стараются найти по цене, которая более приемлемая. Но здесь нужно понимать, что не все, что можно купить с Китая напрямую, да, готовые изделия, или то, что производится у нас, они приспособлены для применения в ходе специальной военной операции. Технология передачи сигнала, технология энергии, которая передается из батареи, да, на моторы, она все равно должна изменяться, должна приспосабливаться. Вот эти квадрокоптеры можно сравнить, как будто из там грузовика сделали спортивный автомобиль. Ну или наоборот, спортивного автомобиля сделали грузовик для перевозки большей массы. То есть это глубокая модернизация, сборка. Есть много нюансов очень в них. И полетники надо правильно настраивать, и программы делать, и систему передачи настраивать. Те изделия, которые приходят готовые, они не приспособлены для того, чтобы вести боевые действия. А эти как раз-таки для этого и нужны. Добрый день, меня зовут Сахаров Дмитрий, я представляю фонд Академии наук Республики Татарстан. Мы представляем системы по подавлению, обнаружению беспилотных летательных объектов. Мы сами их производим, это производится на территории России, из российских и из дружественных стран комплектующих. На текущий момент у нас представлены системы подавления дронов, то есть это купольные системы, вот такие вот чемоданы, и ружья, да, которые направленные, то есть их нужно брать в руки, держать в руках, направлять на дрон, и, соответственно, тем самым идет процесс подавления беспилотного летательного объекта, и он не может дальше лететь, потому что теряет связь с пилотом дрона. Мы представляемся впервые, но большая часть продукции у нас сейчас еще в разработке, да, то есть у нас порядка 10 наименований, есть и большие системы, есть и, как здесь, небольшие системы представлены, но вот есть также детекторы, то есть которые работают в виде как обнаружения беспилотных летательных объектов. На радаре показывается в пределах радиуса его работы, какой дрон летит, с какой там скоростью, условно говоря, на какой частоте. Это все видно, и, в принципе, идет процесс уведомления, тревоги, который видит оператор данной системы, может предупредить, что на объект летит беспилотный летательный объект. На текущий момент мы в первую очередь работаем, конечно, с дальностью подавления, да, то есть вот на полигоне вчера испытывали, в принципе, вот все, что было у нас, по нашему мнению, заявлено, все сработало, то есть дальность подавления, она подходит для работы на фронте, работы на каких-то других объектах, на гражданской инфраструктуре и военной инфраструктуре, то есть в обоих случаях наши системы работают. Системы у нас работают до 5 километров, да, то есть мы вот сейчас совершенствуем их до 5 километров, возможно, зависит от того, какая система здесь. Вот на текущий момент представлены меньшие дальности системы, их испытывали. Мы работаем также с частотами, да, то есть, ну, понятное дело, что сейчас ведет вся война, ну, на основе, то, на какой частоте нам нужно угадать, либо сделать более широкий диапазон частот, чтобы дрон не мог лететь. Диапазон частот примерно от 300 до 6000 МГц, если мы говорим про коммерческие дроны и большую часть FPV-дронов. Ну, вот, то есть это канал видеонаблюдения и канал управления дронов, ну, и плюс, естественно, там, сигнал GPS, по которому он летит и управляется, то в том числе. Мы стараемся сейчас вместе с нашими коллегами, которые разрабатывают дроны, подбираем именно те частоты, которые сейчас необходимы и которые мы сможем заглушить. В том числе, кстати, еще идет обратная связь с линией фронта. То есть эти системы, они уже используются там.
Если сравнивать с Китаем, то в первую очередь, конечно, мы работаем над дальностью, над их стабильностью. Они у нас могут работать там 24/7 без проблем. И, естественно, над частотами. Китайцы, по сути, своей дают какой-то стандартный набор частот, который, к примеру, может подавить коммерческие беспилотники. Мы работаем над тем, чтобы наши системы работали и подавляли те беспилотники, которые используют не только коммерческие, не только мавики, аутели и прочие, да, но и в том числе и FPV, и самособранные, и те, которые работают на широком диапазоне частот. На выставке «Армия» Микран представляет линейку радиолокационных сенсоров, предназначенных для обеспечения безопасности периметра и воздушного пространства. На текущий момент Микран производит целую линейку радиолокационных сенсоров. Наша первая линейка радаров МРС сейчас находится в серийном производстве. Они уже стоят не только на территории России, но и зарубежье. Дальнейшим развитием линейки МРС сейчас у нас являются радары «Аркан», доплеровский радар «Хантер» и новый радар для обеспечения обнаружения в воздушном пространстве летающих БПЛА. На выставке Микрана представлена РЛС «Аркан». Это продолжение развития РЛС-направления. Это следующий шаг в линейке систем МРС. «Аркан», так же как и свой предшественник, отлично работает и днем, и ночью. Но его отличной особенностью является то, что он может выдерживать очень высокие ветровые нагрузки, вплоть до 50 метров в секунду. Также у него стоит новый приемопередающий модуль, которого повышен динамический диапазон. За счет этого мы можем более точно и лучше выделять цели. Также для «Аркана» есть возможность арктического исполнения. Это означает то, что «Аркан» можно запускать в минус 60, то есть в минус 60 происходит холодный старт. Таким образом, мы получили новый радар, который можно использовать и в морских условиях, где очень высокая ветровая нагрузка, он спокойно переживет даже 50 метров в секунду. И мы можем его использовать в арктических условиях, это при температуре до минус 60 градусов Цельсия. На выставке «Армия» фирмы «Микран» представлена линейка радиолокаторов. В частности, я расскажу про РЛС «Хантер». Прежде всего, это доплеровский радиолокатор, отличительной особенностью которого является высокая селективность подвижных наземных или околоземных объектов на фоне подсилающей поверхности. Например, данный радиолокатор может обнаруживать человека на расстоянии 6,5 километров в высокой траве, либо на фоне кустарника, беговой линии, либо других объектов урбанизированной местности. Радиолокатор может охранять гражданские объекты критической инфраструктуры, такие как АЭС, ГЭС, нефтеперерабатывающие заводы. Также радар может использоваться военными для прикрытия государственных границ, использоваться в разведывательных и контрбатарейных военных операциях. Может применяться непосредственно на линии боевого соприкосновения с противником для контроля хода боевых действий. Радиолокатор может устанавливаться на стационарных объектах, также он может устанавливаться на мобильные платформы. Точность определения координат данного радиолокатора – это 3 метра по дальности и 0,6 градусов по углу азимута. Это достаточно для того, чтобы навести видеокамеру, либо тепловизионные системы, на основе которых можно распознать цель. Также, если это требуется, можно передать координаты для систем РЭП, либо артиллерийских систем. Данный радиолокатор сейчас находится на стадии отладки. В кратчайшие сроки его можно устанавливать в опытную эксплуатацию. Помимо этого, мы разрабатываем собственное программное обеспечение, которое интегрирует радиолокационные сенсоры, камеры, тепловизоры и другие технические средства в единую систему. Причем система объединяет сигналы с нескольких радаров, объединяет это в единое пространство, что является очень актуальным на объектах заказчика, где очень сложный рельеф местности, где пространственно распределенная, территориально разнесенная инфраструктура объектов. В том числе там, где из-за ландшафта есть сложные моменты для обзора одним радаром в целом всей территории объекта. Все это позволяет обеспечить непрерывное обнаружение, идентификацию целей в любых
погодных условиях и днем, и ночью, в любое время суток. Вообще радары, радиолокационная система, показывают максимальную эффективность на открытых участках местности, на больших пространствах. Они обеспечивают одновременный обзор пространства, обнаружение целей. И это особо актуально становится на труднодоступных территориях. Ну, например, подступы объекта с воды. Там, где нельзя поставить ни забор, ни какой-то виброшнур протянуть. Вот, радар может одновременно просматривать все подступы на достаточно протяженном участке такой территории. Наша система также прекрасно работает как и на земле, так и на воде. Был заказчик, которому было необходимо охранять акваторию. Так как на акватории подходы могут быть с любой стороны, а заборы не поставить, для этого у нас в софте были разработаны и добавлены виртуальные заборы. Таким образом, мы решили задачу охраны акватории и поиска надводных целей. Отличительной особенностью всех наших радаров является использование твердотельных приемопередающих модулей и сложных частотно-модулированных сигналов. Это позволяет нам получить очень хорошие характеристики по разрешающей способности. Это особо важно для обнаружения малоразмерных объектов, малоразмерных целей. Вот, помимо этого, это позволило нам получить хорошие показатели по безотказной работе и без необходимости проведения дополнительных регламентных работ. Низкоизлучаемая мощность позволяет использовать наши радары в людных местах безопасно для здоровья людей. Это особо актуально в оживленных местах, внутри населенных пунктов или на объектах, где, ну, очень много людей. Протез спецтехника. Мы являемся разработчиками программно-аппаратных комплексов для различных сетей связи. На текущем форуме мы представляем нашу новинку. Это технология MC-PTT, то есть это радиообмен данными поверх сотовой сети связи, например, LTE. Это позволяет общаться корреспондентам в режиме точка-многоточка, осуществлять голосовые видеозвонки, обмен сообщениями, файлами. Позволяет отслеживать корреспондентов на карте. Можно оснастить данной системой транспорт, передатчики данных для снятия некой телеметрии, что позволяет построить большую прогрессивную инфокоммуникационную сеть и оперировать этими данными уже внутри предприятий, спецобъектов или просто в повседневной жизни. Это востребованная разработка, и более того, у нас уже есть достаточно много живых именно проектов, когда мы оснащаем, например, предприятия по добыче угля, оснащают машины, датчики, персонал терминалами, да, уже диспетчеры сидят в своих помещениях и отслеживают, какая техника где находится, чем она занимается, какую задачу выполняет. Если вдруг произошла какая-то проблема, какая-то авария, могут выявить, направить туда персонал, видеть в реальном времени, что происходит. И более того, так как есть обмен, например, видеоданными, можно сразу с места событий передать видеокартинку в центр, где принимают, собственно, решение. Это, в принципе, востребовано как и в повседневной жизни, например, мы готовы предлагать данное решение в интересах МЧС, Росгвардии, МВД. В чем суть нашей разработки? Если мы интегрируемся с сотовым оператором связи, в Мегафон, в Импелком, МТС, мы готовы весь трафик, который передается на нашу систему и от нашей системы, делать приоритетным на сети. В случае, если произошло чрезвычайное происшествие или ситуация, сеть сразу перегружается. То есть идут звонки, кто-то куда-то смс-ки отправляет. Наши корреспонденты являются приоритетными в данной ситуации. И всегда до них можно дозвониться, и от них всегда можно получить информацию. И в случае как раз каких-либо проблем, это очень важно, потому что это позволяет решить проблему за какое-то более короткое время и отреагировать на нее в доли секунды. Вот. Поэтому это востребовано и в том числе и в пределах города. Так как мы используем стандартные технологии LTE и MC-PTT, там уже, согласно стандартам 3GPP, уже все заложено. То есть радиообмен между базовой станцией и терминалом, он защищен. Обмен между базовой станцией и ядром, он также может быть защищен. Все данные, которые мы передаем, они шифруются базовыми протоколами SSL. Мы поддерживаем ГОСТ-SSL, государственные стандарты, вот, которые позволяют это все зашифровать. Если этого мало, да, если канал связи необходимо более серьезно защитить, ставятся криптомушизаторы, которые занимаются уже криптографией, и таким образом это уже еще серьезнее обеспечивает защиту данных. Вот. Поэтому, в принципе, данное решение является
подходящим, да, для различного рода сетей и может применяться уже различными заказчиками. Мы строим ядро сети. Оконечко может быть разное, да, вот у меня в руках такая рация подобная, да, для обывателя она громоздкая, антенна, может быть, не совсем удобно. Также на нашем стенде есть смартфоны подобные, где во весь корпус большой сенсорный экран, там хорошая камера, фронтальная, да, и с обратной стороны, привычная для обычного пользователя. Да, там есть дополнительные кнопки Push to Talk, которые как раз позволяют нажать и говорить уже в рамках группы, как рация обычная, да. У нас представлен один смартфон, который находится в реестре Минпромторга, имеет статус ТОРП, отечественной радиоэлектронной продукции, поэтому как бы отечественный рынок готов предлагать в том числе и базовые станции, и оконечные терминалы, и сервера, на которых крутится там наше ядро в том числе, да, и наш софтовый продукт, который мы предлагаем, да, является отечественной разработкой, поэтому мы готовы работать совместно с нашими партнерами, да, и строить полностью отечественное решение, начиная с аппаратной составляющей, заканчивая программной.